по километражу я смотрел по навигатору, я выиграл где-то, ну, километров 50. Я через полчаса уже на месте буду. Ну, это как обычно платная дорога, как обычно на магистрали. Угу. Это нормально. Два пункта охраны на той стороне, человек здесь два человека, тракториста, соответственно, порядка 8 человек сразу приходится контролировать объект повышенной опасности, вот, поэтому здесь надзор нужен постоянно.